Эта трагическая новость, друзья, была опубликована на одном из российских телеграм-каналов еще в 3 часа ночи. Утром мы были шокированы, когда увидели это. Об этом мало еще кто знает, но эта новость распространяется по интернету очень быстро. Наш любимый российский актер Александр Домогаров сегодня в 6 утра был доставлен в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Еще с вечера ему было плохо, он жаловался на головную боль, но ни он, ни супруга не придали этому значению. Уже утром жена ему вызвала скорую для того, чтобы доставить его в больницу. Утром он начал жаловаться на то, что ему очень плохо, и он прямо на глазах жены начал падать на землю и терять сознание. Сейчас он находится в больнице. Мы поговорили с врачами, которые даже дали нам комментарии по этому поводу. Врач, который проводил ему исследование, сказал, что, скорее всего, у Александра Домогарова коронавирус. Поэтому дало такое осложнение на его здоровье. У него на данный момент очень высокое давление. Он находится под капельницей. У него взяли все анализы на коронавирус. Больше пока ничего врачи не сказали. Сказали, что все будет сообщено позже. Давайте, друзья, поддержим Александра Домогарова. Будем надеяться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ведь ему в этом году и так неплохо досталось. То он попадал в аварию, то у него случались несчастные случаи на съемках. Теперь очередная трагедия. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, нажмем на колокольчик и будем ждать свежих выпусков на нашем канале. До скорой встречи, дорогие друзья!